Для приготовления невероятно вкусных, ароматных тыквенных пряников нам понадобится тыква, мука, растительное масло, специи, разрыхлитель и сахар с солью. Для начала тыкву нарежем на небольшие кусочки и запечем их в духовке при 180 градусах до полной готовности. Готовую тыкву смешаем с растительным маслом, сахаром и солью и пробьем блендером до однородной массы. Затем добавляем разрыхлитель и специи. Перемешиваем все лопаткой. Далее постепенно вводим муку. Теперь руки смазываем растительным маслом и формируем из теста шарики. Выкладываем их на противень, застеленный пергаментной бумагой. Далее выпекаем при 170 градусах примерно 40-45 минут, пока пряники не зарумянятся. Лучше их не передерживать в духовке, иначе пряники могут получиться твердыми. Вот такие красивые, вкусные и очень ароматные пряники получаются.